Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Чудесное утро. Река Белая. Еду я в лес за грибами. Хочу пособирать рыжики. У нас вот осень. Вот вдали остался наш поселок Терлянский. Это мост через реку Белая в районе Громиловка. Так у нас район называется Громиловка. Хочу вот вам показать вот эту красоту, нашу чудесную природу. И поедем в лес собирать грибы. Ну, полюбовались, друзья мои. Посмотрите. Какая красота. Ну, едем в лес. Вот, друзья мои, наше село Терлян осталось позади. Мы вот сейчас пойдем вот в эти сосенки собирать рыжики. Оставайтесь со мною. Походим. Собираем. А вот и первые рыжики. Посмотрите, друзья мои, какие они молоденькие, шикарные. Все рыжики растут до самой поздней осени. Один год я их собирал практически в конце октября. Пособирал, и дня через три снег выпал. Ну, берем таких красавцев. Вот отличный рыжик. А эти вот уже под елочками переросли. Большой. Пусть растет. Даже рвать не буду. Он какой. Идем. Собираем грибочки. Вот смотрите, друзья мои, какими они кучками растут. Вот прям. И вот, а вот здесь в траве, смотрите, сколько их. И вот рядом. Это уже большой. Ну, красота. Собираем. Приятно их вот так собирать, когда их много. Тут рядом и маслята. Но маслята даже мы не рассматриваем сейчас. Еще какие-то грибочки. Красота. Ну, посмотрите, друзья мои. Все идеальные. Даже большой вот разрезал. Тот хороший. Но. Так вот радует нас природа. Так вот интересно растут. Вот эти два побольше. А снизу вот их уже молодежь подпирает. Вот так. Какое чудо. Посмотрите, друзья мои, какая красота. Вот в этих сосенках хожу я вместе с вами. Собираю рыжики. Полюбуйтесь на уральский лес. На небо голубое. Вот какую стайку нашел. Как интересно растут. Большие в середке, маленькие по краям. Тут вот еще. Вот. Вот. Вообще. Урожайный год на грибы, рыжики.
Практически каждый год они у нас бывают. Но в этом году особенно порадовали. Этот второй заход их, вторая волна. Все они практически идеальные. Вот какие чистенькие. Вот маленький оставляю. Вон даже маленький, что видно, остался. Нет, пусть растет. Пусть растут. Ну, маленький оставил. Тут же у меня награда. Такой средненький. Я уже его срезал. Смотрите, какой шикарненький. Вот здесь в траве. Вот еще есть. Сейчас посмотрим их. Удачное место. Прям два шага сделал. Вот такая вот стайка. Но я еще находил. Я все это не показываю. Уж если все показывают, тут вообще не знаю, какое длинное видео будет. Но вот такие вот. Так вот у нас. Собираем. Вот, друзья мои, посмотрите, какое чудо, какие грибочки, рыжики. А вот самое чудо-причудо, вот они какие, громадные. Но я их, наверное, оставлю, даже брать не буду. Вот я вот тут посмотрел. Факт, что они переросли. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Такая красота у нас. Вдали вот наш терлян. Покажу вам нашу панораму. Такая красота у нас. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Всем удачи.